Не в ту дверь войдешь, в другую зайдешь. Киркоров рассказал, что сам себя отменил после голой вечеринки. Очередное странное интервью от Киркорова. Ну ладно, разберем его на мемы. Нужно было взять тайм-аут для того, чтобы кто-то говорит, там, перезагрузиться, разгрузиться. Кто-то отменял Киркорова. Я сам себя отменил. Для себя, потому что я устал от самого себя. Я все время пытаюсь подарить что-то новое, что-то сделать, что-то новое, сказать, спеть, сделать. Что-то получается, что-то не очень. Иногда что-то не в ту дверь войдешь, в другую зайдешь. Главное, что двери, окна. Главное, чтобы это все открывалось, не закрывалось. И главное окно – это сердце. И глаза – зеркало души. Вот, что должно быть всегда нараспашку. У меня, собственно говоря, так и происходило всю жизнь. Оправдываться не очень по-мужски. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Большое спасибо. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Да, и не входите не в ту дверь.